130 миллилитров горячего молока добавляем 10 граммов какао. Хорошенько все смешиваем. И оставляем на некоторое время остыть. В чашу миксера добавляем размягченное сливочное масло 80 грамм, растительное масло 30 грамм, немножко соли и 150 грамм сахарного песка. Все смешаем в миксере до однородной массы. Добавляем по одному 2 яйца комнатной температуры и хорошенько вымешиваем. Добавляем второе яйцо. И также вымешиваем до однородной массы. Добавляем 180 граммов просеянной муки и 20 граммов крахмала. Все хорошенько смешаем. Добавим один пакетик разрыхлителя, это 10 граммов, и добавим наше молоко с какао, которое уже остыло. Тщательно перемешаем все тесто до однородной массы. Должна получиться вот такая однородная масса, очень пышная. Выкладываем формочки, у меня получилось 15 штук, и кладем в разогретую духовку до 175 градусов, минут на 20-25. Конвекция верхней включена. Готовность капкейков проверяем зубочисткой. Прошло 10 минут, мои капкейки уже поднялись, будем ждать. Прошло у нас 25 минут, сейчас мы его достанем и проверим зубочисткой. Она полностью сухая, можно доставать. Наши капкейки готовы. Вот такие капкейки у нас получились. Все поднялись равномерно и одинаково. В каждую формочку я выложила 50 граммов. Взвешивала их на весах. Заполняем начинкой. Масса на шоколадное. Вы можете выбрать любое. Можно даже фруктовое или конфи любое. Накрываем крышечками. Вот, а теперь мы можем украшать капкейки. Теперь мы можем их украсить кремом.
такие они получаются красивенькие. Сверху можно сделать ягодки, мастику, шоколад.